Валентин Молдавский с детства занимался греко-римской борьбой, дзюдо и самбо. И по собственному признанию, в юности много дрался на улицах. А в итоге, к 30 годам, стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по ММА и временным чемпионом Беллатор в тяжелом весе. И все благодаря случаю, который свел его по цепочке событий с Федором Емельяненко в 2014 году, когда Валентин из-за боевых действий был вынужден покинуть родной Луганск и перебрался в Крым. Емельяненко пригласил молодого тяжеловеса в свою команду, и тот стал крушить своих соперников одного с другим на различных мировых аренах. Сегодня мы с вами посмотрим самое начало этого славного пути и второй профессиональный бой молдавского, который состоялся 29 декабря 2015 года в Японии, на турнире Ryzen, куда Федор вместе с Валентином отвез своих подающих надежды учеников Анатолия Токова, Вадима Немкова и Кирилла Сидельникова. Соперником молдавского стал молодой японский тяжеловес Юта Учида. Он был трехкратным чемпионом Японии и чемпионом мира по карате. И после победы на чемпионате мира, он заявил, что оставшуюся часть своей карьеры проведет в смешанных единоборствах и станет новой звездой японского ММА. Однако бой против Валентина стал первым и последним в его карьере, после чего Учида перешел в кикбоксинг и кайван, где выступает до сих пор, одержав множество побед и завоевав различные чемпионские титулы. И Великоросс представляет обновленную коллекцию шерстяных свитеров, шарфов и шапок, которые не только согреют в холода, но и создадут вам отличное настроение. Великолепные шерстяные свитеры Великоросс восхищают узором в традиционном стиле. Широкий размерный ряд подойдет даже для настоящих богатырей. Доступны различные расцветки, варианты с горлом и без него. Представлены модели из хлопковой пряжи с принтом медвежьей лапы и с изображением счастливой медвежьей семьи. А удивительные шарфы Великоросс, большие, мягкие и удобные, защитят от холода и от простуд. Красивый рисунок с обитателями сказочного русского леса будет радовать вас. И, конечно, не обойтись без новинки. Удобные шапки 7 русских медведей из инновационной гипоаллергенной пряжи. Такая шапка не вызывает раздражения, не мешает и не колется. С вещами Великоросс легко создать атмосферу уюта, тепла и семейного благополучия. Переходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии и получайте скидку по промокоду M1.青コーナー187センチ97.5キロ ワレンティーン モルダウスキー赤コーナー182センチ95キロ内田雄太レフェリービッグジョン・マッカーシーрезервный бой гран-при до 100 килограммов стартует с секунды на секунду, и большой Бен Маккарти объясняет в очередной раз правила, что можно делать и чего делать нельзя. Естественно, со всеми регламентирующими правилами знаком как один, так и другой спортсмен. Кстати, вот если вы заметите, то Валентин Молдавский чем-то похож на Анатолия Токова. И вот Анатолий свою победу сегодня уже одержал, и Валентин идет вперед. Весовая категория чуть повыше, конечно же, и здесь очень важно, как начнется этот поединок, и пытается Валентин уйти в борьбу. Перевод получается, но не совсем плавным. Есть бросок, отлично, амплитудный. Определенные статистические плюсики уже загорелись в его копилке. Со спины продолжает работать, хорошее слева попадание. Еще один проход под руку, забрался, и еще один перевод. Блестяще работает Валентин. По-хозяйски похоже, что не так много времени у него уйдет на то, чтобы одержать верх в этом поединке. Безусловно, Валентин сюда приехал как темная лошадка, имея всего лишь один бой победный в мире смешанных единоборств. Но это и не важно, потому что выступления именно по боевому самбо у него более чем достаточно. И мы-то с вами знаем, что этот спортсмен высочайшего уровня, уровня борьбы, заправляет ноги и переходит на удушающий прием. И аккуратно советует Федор, так прижимая руку к губам. И так понятно, что нужно растягивать, может быть, чуть-чуть поработать по корпусу, по голове. Но да, вот сейчас начинает работу в ударной технике. Есть попадание хорошее, тяжелый даже. Фулмал, сейчас может быть переход. Валентин размышляет все-таки над тем, как же финишировать соперника. Прекрасная работа. Старается выбрасывать все-таки более точные удары, а не брать количеством. Абсолютно правильно делает молдавский.
Еще одно попадание. Слева вскользь. Посчитал, что достаточно уже размял оппонента. И можно растягивать для перехода на удушающий прием. Интересное скручивание шеи сейчас происходит. В очень некомфортной обстановке находится, конечно же, Юта Учида. Не ожидал он такого давления от нашего бойца. И похоже, что есть удушающий прием, растягивает. Но немного поработать корпусом, и бой будет закончен. Да, отличная победа. Блестящее выступление из своих побед достаточно быстро. А, может быть, у Анатолия чуть побыстрее. Валентин был сегодня просто бесподобен. И такое впечатление складывается, что все он сделал как на тренировке. Получает поздравления молдавские, естественно, и от Емельяненко. Но, вы знаете, эти поздравления сразу с определенными нюансами. Как нужно было растягивать, где чуть лучше, чуть хуже. Естественно, разбор полетов будет потом, и Федор всегда найдет. Не то, что, конечно же, к чему прицепиться, Федор обязательно похвалит, но и найдет те детали и моменты, над которыми нужно еще прибавлять и прибавлять. 23 года всего лишь россиянину. Блестящий старт на такой крупной арене, как Сайтама Суперарена. И действительно прекрасное выступление. Увидели мы многие элементы техники в исполнении Валентина. И несмотря на небольшой возраст, опять же, повторюсь, все-таки очень размеренно и на опыте он сделал. И вот мы видим даже камеру, так называемую GoPro с рефери, с Полом Маккартни. И еще раз наши поздравления Валентину Молдавскому. Блестящее выступление. Ну да, слегка вспотел. Но по большому счету все было сделано вовремя и четко. Нет, особо не изучал, поскольку у него нет боев в интернете, я не видел. Поэтому просто отталкивался от того, что он чемпион Японии и мира. Карате многократный, поэтому как бы рассчитывал на то, что будет хорошо чувствовать дистанцию, ну, неплохо бить руками, ногами. まあ、自分が思ってたよりも、やっぱり相手が強かったですし、思い通り動けなかったっていうのもあるので、初めて試合としてすごくいい経験ができたなと思います。これからしっかりと小坂先生と一緒に